Строительство детского сада в Кубинке вошло в народную программу партии «Единая Россия». Инспекция прошла в рамках федерального проекта «Новая школа» и местного «Военные городки». Дошкольное учреждение рассчитано на 330 мест. Детский сад будет иметь цокольный этаж и три этажа выше. Общая площадь объекта более 5000 квадратных метров. На сегодняшний день уже окончена заливка цокольного этажа и строительство перекрытий. Сейчас проводится гидроизоляция. Работа идет по графику. Объемы и точки подключения к инженерным коммуникациям согласованы.